Честно, все равно конкретно по поводу этого конкурса я не видел, наверное, ни один из них. И я уверен, что он, в общем-то, нам вообще ничего не даст, потому что, как бы это любое просто крупное мероприятие, не знаю, если бы в России проводились гонки Формулы-1, они, кстати, тоже будут проводиться, по-моему, через 2 года начнут проводиться в Сочи, вот, это дало бы России несколько больше с точки зрения какого-то международного имиджа, вот, а конкурс «Мисс Вселенная», ну, я надеюсь, все, в общем-то, прекрасно понимают о том, что подобные конкурсы являются коммерческими проектами, направленными на, в том числе, зарабатывание денег их организаторами. Были скандалы, связанные с покупкой тех или иных титулов, поэтому, в общем, даже серьезно обсуждать эти конкурсы как-то неинтересно. Даже Евровидение, наверное, серьезнее.